из 5 квадратов образует такой потолок и вписано в прямоугольник. В сколько раз одна сторона этого прямоугольника длиннее другой? Как соотносятся между собой стороны этого прямоугольника? Полезно рассматривать проекции. В данном случае что это значит? Вот давайте вдоль сторон этого прямоугольника возьмем и нарисуем вот так вот. Вот этот отрезок параллельный, да? Здесь параллельно, здесь параллельно. Делаем, понятно? Вот. И здесь то же самое. Здесь вот возьмем и проведем. Смотрите, что тогда будет. Вот здесь вот везде по 90 градусов, да? Как вы считаете, вот этот маленький треугольник, он разный или это один и тот же маленький треугольник? Вообще один и тот же. Ну, конечно, по размерам один и тот же, и по углам один и тот же. Они все конкурентны. Почему? А потому что у них у всех гипотенуза – это сторона, а здесь же квадратная. Понимаете? Вот. Теперь смотрите, я здесь могу тоже провести параллельно, и здесь опять будет наш маленький треугольник. И здесь провести параллельно, и здесь опять будет наш маленький треугольник. Ну и здесь, конечно. И опять наш маленький треугольник. Господа, а теперь давайте у нашего маленького треугольника одну сторону обозначим буквой B, другую сторону обозначим буквой A. И пройдем по картинке и везде напишем. А. Здесь Б, А. Таким образом, одна сторона это B плюс 2А. Другая длинная сторона это 2B плюс 4А. И задача узнать, какое из этих чисел больше во сколько раз. Ну, 4 к 2. В два раза, да? 4 к 2, 2 к 1, это одно и то же. То есть отношение этих отрезков это 1 к 2. То есть длинная сторона в два раза длиннее.